Всем привет! Сегодня сделаем очень полезную самоделку для рыбалки. По-простому, из доступных материалов. Понадобится лист металла 2 мм. Такой можно достать на металлоприемке. На болгарку ставлю лепестковый зачистной круг. И обязательно средства индивидуальной защиты. Снимаю ржавчину. Переворачиваю и зачищаю также с другой стороны. Делаю 3 пометки через 5 сантиметров от края. Длину 40 сантиметров. И также ставлю метки, как и на противоположной стороне. Соединяю их линией. Ставлю защиту и отрезной круг. Отрезаю. Возьму крышку от 6-литровой бутылки воды. С помощью ее делаю радиус на каждой стороне полосы. Вырезаю. Напильником убираю заусенцы. Терню и сверлю отверстие. Возьму старый ржавый болт на 10. Разрезаю его. Приставляю две пластины и вставляю этот штырь. Круговыми ударами молотка формирую заклепку. Боковые полосы прикреплены с разных сторон. Шаг зуба будет 3 сантиметра. Отмечаю 2 сантиметра с края и провожу линии. Приставляю угольник к верхней части пластины и провожу вертикальные линии под метком. Далее соединяю конец и начало линий. На третьей полосе делаю также разметку. Вырезаю зубья. Разворачиваю пильный диск и делаю срез под углом. Осталось сделать зубья на внутренней части.
Срез делаю также под углом. Остатки маркера убираю растворителем. Кстати, этот маркер я покупал в Али. Нужная вещь на хозяйстве. Ссылку на него оставлю в описании. Теперь нужно защитить металл от коррозии. Делать я это буду методом воронения в льняном масле. Наношу кисточкой масло на металл. И с обратной стороны тоже. Газовой горелкой нагреваю металл до температуры не выше 300 градусов. Проверить это можно по закипанию масла на детали, но лучше контролировать пирометром. Отмерил 10 метров бельевой веревки и на конце сделал петлю. Эту самоделку я подсмотрел у одного местного рыбака. От меня большая благодарность за такое простое и нужное изобретение. Уверен, и многим рыбакам будет в пользу. Сводим самоделку в рабочее положение. Привязываю один конец веревки. А второй конец с петлей надеваю на руку и забрасываю в воду. Этой самоделкой за пару минут мы можем расчистить место для рыбалки. Резкими рывками мы, как косой, можем срезать не только кувшинку, а и делать окна в камышах. При такой расчистке мы с дна поднимаем много мути и разной живности. Сейчас вы можете наблюдать кадры до расчистки места. Спустя 30 минут ни одна рыбешка не появилась в кадре. А теперь после расчистки зарослей спустя 10 минут. На 20-й минуте подошли окуня. Через 30 минут уже было большое количество рыбы, плотвы, окуня и карася. Надеюсь, видео понравилось и было полезным. Спасибо за ваши лайки и подписки. Встретимся в комментариях.